В государственной ветеринарной клинике теперь смогут проводить диагностику сердечно-сосудистых заболеваний у животных. Новый аппарат УЗИ позволяет получить более четкое и детальное изображение, помогает выявить патологии на раннем этапе и многое другое. Новый аппарат ветеринарной клиники столицы видит то, что предыдущий показать ветеринарам не мог. Он один из лучших в Молдове и Приднестровье. На этом аппарате мы можем просмотреть комплексно все органы брюшной полости и, допустим, выявить какие-то причины, которые человек, хозяин, мог не заметить у своего животного. Поэтому мы советуем практически каждому проходить комплексное УЗИ. Пациентов этим утром на диагностику не привели и не принесли, поэтому на столе в качестве пациента самый привитый и обследованный кот Тирасполя. Местный сторожил, который попал сюда больной, с переломами и блохами. А теперь у него все прививки и полный чекап кошачьего организма. Сейчас его обследуют на новом аппарате УЗИ. У нас уже у него выбрита область исследования. Да. Есть небольшие включения в виде песка. Достаточно частая проблема у котов, мочекаменная болезнь. На данной степени это очень мелкий такой песок, который, в принципе, может и сам выходить. Благодаря новому аппарату УЗИ выяснилось, что самый обследованный в столице кот все-таки недообследован. Есть что подлечить. Новый аппарат позволяет увидеть сердце, сосуды и кровоток максимально подробно и заметить болезнь на самом раннем этапе. Большой экран помогает ветеринару получить более развернутую картину, поставить диагноз и назначить лечение. Причем обследовать можно не только собак и кошек, но и сельскохозяйственных животных, даже таких, как, например, лошади. Ветврачи сейчас ждут еще один миниатюрный датчик. Он предназначен для исследования самых мелких животных, в том числе новорожденных котят и щенков.